Жители Караганды высадили 100 деревьев в областном центре. Прошла экоакция. В ней приняли участие экологи, общественники, госслужащие, волонтеры. Новую сосновую аллею высадили в юго-восточном районе Караганды. Прежде всего, мы должны для города сохранять зеленые насаждения, то есть пресекать незаконную вырубку деревьев и также приумножать их рост. Призываю всех граждан более бережно относиться к своему городу и к природе.